чего. Мне удалось, так, лазя по просторам интернета, я вот этот снимок обнаружил. Помните, я 100 раз говорил, что крыша, дерево – это крыша здания. Сюда входит крона, штамп. Сюда входит почва со всей инфраструктурой, о которой мы не догадываемся. А потом опять каждый раз это... Я нашел дальше снимок. Вот она крыша. Ее проезжать нельзя. Если бы это было плодовое дерево, ну пусть даже меньше, но оно же не сразу таким было. Только когда-нибудь смеяться будут над теми. Тут вот второе такое, видите, вот оно. Наверное, они не последние. Это просто символ, вот это. Просто удача. Вот так должна стекать вода. Вот так должна стекать вода. Штамп, чем он суше, суше, тем он дольше проживет. А уж в наших северных условиях любая рана, это снижение морозостойкости, это болезни, болезни, болезни.